целях активизации процесса формирования социально-психологической готовности учащихся к выбору профессии, повышения интереса учащихся к профильному обучению и изучаемым профильным учебным дисциплинам, а также формирования у учащихся мировоззрения, основанного на возможности самореализации и ответственности за свое будущее, на базе 16-й школы прошла интерактивная встреча учащихся старших классов общеобразовательных организаций города с представителями различных сфер профессиональной деятельности «Калейдоскоп профессий». На встречу с учащимися прибыли представители предприятий города: Химпром, Хивель, Элита, Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника, прокуратура Новочебоксарска, отдел надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Чувашской республике и средних профессиональных учебных учреждений Новочебоксарского химико-механического техникума и Чебоксарского экономико-технологического колледжа. В ходе встречи старшеклассники из первых рук получили информацию о предприятиях города и узнали о перспективах профессионального развития в Новочебоксарске. В ходе встречи ребятами было задано много вопросов, на которые они получили исчерпывающие ответы. Отметим, что мероприятие было организовано Центром мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города. Очень важно выбрать правильно свой путь. Поэтому те вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, они важны, нужны. И я думаю, что вам будет очень и очень интересно. Два мира есть у человека. Один, который нас творил. Другой, который мы от века творим по мере наших сил. Жизнь человека – это вообще череда бесчисленных выборов. Выборов мелких, ситуативных, и выборов достаточно важных, таких как выбор профессии. Потому что правильный выбор профессии – это не только то дело, которым мы будем заниматься всю жизнь. Это и наше материальное благополучие, наше духовное благополучие, наша насыщенная, полная жизнь.